Если вы попробуете ее укрыть в непогоду, то она посмотрит на вас так, как будто вы прервали ее лебединую песню. Потому что однажды мы так и попробовали сделать. Шел мокрый снег. Наша волонтер попыталась ее укрыть, потому что она не хотела идти в будку. И Найда посмотрела на нее с непониманием, убрала это покрывало и всем своим видом показывала, что, наоборот, это ее вот эта вот стихия, вот этот вот разгул, да, это вот те эмоции, наверное, которых ей не хватает. Вы наверняка увидели, что Найдочка, она очень своеобразно ходит. Все дело в том, что она попала в очень серьезное ДТП. Она была переломана вся. На ней вообще не было живого места. Ее собирали, ну вот как говорят, по осколкам. Вот ее действительно собирали по осколкам. К сожалению, часть косточек из лапки пришлось удалить. Поэтому одна у нее короче другой. Но это ей не мешает жить, не мешает любить, не мешает радоваться жизни. Она великолепнейший охранник. Именно поэтому она сидит у главного почетного входа в приют БИМ. И она действительно своих встречает, как это и полагается, с распахнутой душой, вот, готова запрыгнуть всеми четырьмя лапками. А не своим она покажет, что не нужно сюда идти. Здесь, в общем-то, все под охраной. И как раз вот сейчас наступает осень. Вот та самая ее любимая непогодь. И очень хочется, чтобы она наконец-то нашла себе дом. Она этого достойна.